дегенерат-тест. Некоторые люди утверждают, что если ты купил Panas GH5, то тебе стабилизатор не нужен. Ну, якобы стаб в Панасе — это примерно как там Ронин С, блядь. Ну еще какая херня. Сорян за стеклянную панасовскую картинку, но если кому-то нравится, то жмите лось. Ну давайте попробуем снять с Панасом вот просто на прямых ногах. Короче, включена стабилизация вся. Мы нажимаем кнопку записи. У нас появляется... Стараюсь держать уровень горизонта и иду. Я иду, короче, я иду по траве, хотел сказать, по песку. И пытаюсь как бы... Давайте теперь я пройду правильно так, как я хожу со стабилизаторами. Сейчас я постараюсь сконцентрироваться, записать это уже в более собранном состоянии. То есть, да, как человек, который уже примерно знает, что он хочет. Чуть сгибаем колени, дегенератская позиция. Жмем запись и поехали. Это, друзья мои, Panasonic GH5. Абсолютно стандартная камера, типовая. Камера очень хорошая, камера, безусловно, имеет своих поклонников, она имеет свою нишу здесь на рынке, но, блин, мне не нравится изображение, которое она выдает. Вот и все, вот в этом все. Я не хейтер Panasonic, чуваки. Ну, классический наезд. Fujifilm, стабилизатор Aksu на 1S. Fujifilm с петлей. Все по классике.